Всем привет! Мы сегодня вышли на прогулочку. Кстати, поздоровайтесь. Алло, всем привет! Вышли на прогулку. У нас сегодня морозно. Уже, слава богу, декабрь месяц. Снега у нас нет, но холодно. Обещаю. Да, обещают. Вот. И мы решили пригласить вас с собой прогуляться по нашему микрорайону, посмотреть, что у нас здесь изменилось. Как люди уже украсили свои дворы на Рождество и на Новый год. Ну и приглашаем вас с собой. Вот, кто смотрит меня уже давно, наверное, видел вот эту стройку возле нашего дома недалеко, новая улица. Вот что уже с ней случилось. Вот появились вот такие домики. Сегодня стройка у нас. Ну да, этот домик уже, наверное, после Нового года. Я думаю, они уже до Нового года заедут. До Нового года заедут. Уже вон номер даже повесили. Вот. Так что вот такой уже тут домик стоит. Вот этот, который уже давно появился, вот такой серенький. Также сразу на улице были высажены вот эти деревья. Они в этом году даже цвели. И вот так уже выглядит этот дом, который я снимала тоже уже на видео. Кому интересно, я оставлю по ссылочку. Посмотрите. Вот заодно покажу вам, как это все будет выглядеть. Это вот это получается картинка перед домом, вот что возле улицы, а это задняя часть. Теперь здесь много всяких машин, занимаются обделкой внутри уже. И вот такой домик. Вот так здесь у нас выглядят улочки. Я не так часто вам снимаю улицы нашего района, где мы живем. Снега, как вы видите, у нас нет. На улицах тихо, пустынно. Все сидят по домам. Вот. Некоторые дома уже прикрасили к Рождеству, к Новому году. Вон там вдалеке уже видно звезду включили. Некоторые дома только собираются украшать. Вот такая здесь у нас улочка. Здесь вот есть проход на соседнюю улицу, куда мы сейчас пойдем. Вот. Это улица, в основном, все наши переселенцы построили. Ну да, вот это, что я показывала только что улицу, там очень много русскоязычных. Вот видите, в домах звезды стоят. Вот здесь уже фонарики включили. Этот дом я и в том году вроде бы снимала на Рождество, как он украшен только с, ну, с передней части. Теперь получается, мы зашли. Лорка, Миран, Берлин. Мы в Миране были. Кому интересно, можете посмотреть. Я ссылочку оставлю наверху. Вот так уже гирлянды у нас горят. В том году у нас снега тоже, можно сказать, не было. У нас в нашем городе чаще всего увидите туман. Вот такой у нас небольшой тут микрорайончик. Мы живем не в центре города, а на окраине города. По всей Германии, вот где мы ездили, смотрели, люди очень любят украшать. И у некоторых настолько много всяких вот украшений, гирлянд на домах вечером. Особо это красиво происходит, пройтись посмотреть. Но, к сожалению, не очень хорошее будет качество. Этих зайчиков я снимала весной. Они тогда паслись на улице. И ну вот, пожалуйста, они до сих пор пасутся. Здесь, в этом дворе, иногда еще выпасаются козочки и барашки. Но на данный момент только 3 зайчика. Вот такие. Thank you.
мой сюжет уже был почти готов, и тут, когда я начала только собираться делать монтаж, я увидела в окно, что у нас начал падать снег, и я решила вам продолжить мою съемку, маленькую прогулку к нашим центрам города. Вот такие интересные кабиночки поставили для индивидуальных посиделок. Вот так красиво уже украшены витрины. В том году здесь было очень много столиков стояло. Люди стояли, пили глинтвейн, кушали колбаски. А в этом году, к сожалению, столиков, наверное, не будет. Вот. Посмотрите, в окнах уже горят фонарики. Елочки украшены. Все очень красиво и празднично. Вот сейчас я вам одну красивую витрину хочу показать. Это там вообще-то продают картины. Все такое возможное. Вот посмотрите, как красиво ее украсили. О, всем привет! Вот какой комод красивый. И есть вот такой ангел. Вот такой ангел стоит. Здесь вот эти картины стоят, их продают. Вот так красиво украсили. Вот такая небольшая у нас теперь будет площадь с ярмарком. Но нет сцены, на которой в том году выступали люди. Так что будет немножко все ограничено. Да, карусели поубирали. Вот такие красивые елочки стоят в витринках. А вот мы дошли до нашего Дуная. Посмотрите, как это теперь красиво. Вода такая спокойная, без течения. Вот. Снег у нас, конечно, редкость. И он, вероятнее всего, что уже скоро растает. И завтра, послезавтра его не будет. Вот замок нашего города. Вечером здесь гораздо красивее, но вечером мы очень редко выходим в город. А так как теперь ярмарки будут немножко с ограничениями, мы тоже навряд ли пойдем. Хотя, может быть, мы и выйдем на ярмарку. И тогда я вам обязательно ее сниму. А на сегодня мы будем с вами прощаться. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.